Как-то мне позвонил один мужчина и говорит: «Вы моему другу сказали какие-то особенные слова, после которого он исцелился. У него была огромная шишка под рукой». И говорит, и он теперь мне говорит: «Позвони Галине и попроси эти слова. Потому что если я тебе скажу, они не будут действовать. А вот если ты получишь от нее, вот они будут действовать». И как вы думаете, какое слово я ему дала? Те, кто давно на моем канале, они знают. Но прежде чем мы продолжим, как всегда, достаем палец владыки. Я ж владыка, ты владыка. Владыка своей жизни, господин своей жизни. Достаем пальчик и делаем тыц, подписываемся, лайкаем. И обязательно поделись в соцсетях другими, потому что сколько людей сегодня могли бы быть здоровыми. Но они просто не знают этого секрета, который знаю я. Итак, пишите. Вот те, кто уже давно со мной, вы уже знаете ответ. А те, кто только подсоединяется, вы сейчас узнаете один секретик, который вам тоже поможет получить избавление. Так что жду ваших ответов.